Может, без фонарика чуть-чуть походить. Блин, вот музыку, кстати, убрал. Вроде даже интереснее постал немножко. Тоже надоело. Фоном играет и играет. It's getting harder to hear her voice. You should get going. Звук прям позади меня просто был. Так, здесь ручка. А, есть. The Victory Park Station. I thought it collapsed during the bombing. Given how far underground it is, I should have known better, but still. How could the worm people keep this little hell's mouth secret? Так, люди червя, ладно. Without Petya, I might as well be walking into hell's mouth blind. Perhaps that is simply how it was always supposed to end. A wolf at the mercy of a worm. Червя, я не помню вообще, хоть одного убил этого или люди от червя то. Блин, ни одной хилки нету, если что. Скорее всего, сейчас будут. Так, ладно. Не, с пауками нафиг делать. Ноги сразу надо. Хочешь сломать-то? Ничего здесь. Смотри, сколько здесь, а. Почему не свет? Во. Блин, перестрелять их, что ли, попробовать все-таки? Да уйди.
Да сколько вас здесь? Так, бегом. Сейчас меня заденет, да? Ты почему не ломаешь, что мне скажи? Он не ломает тебя. А, не, сломал. Ну, конечно. Да ладно, сколько здесь. Фух, неужели ушел? Плохое место. Блин. Так, что я хотел? Это я взял. Так, это здесь. Что-то еще. А. Hasn't turned inside out. The hell is down here, all right. You just tried to make it cozy, my old friend. And if my visions make sense after all, and all the parallels hold up, my path to Yana will be the same here as it was back in Polyanka. I should just follow the same route I took under hypnosis. Так, ну они же не бронированные, поэтому, в принципе, я не знаю, не должны они, по идее, быть этим тяжело убиваемые, поэтому должен справиться. Так, запись. Запись. Ладно. Никак не покачать. А зачем мне туда? Просто так, да? Да уж, неплохой форпост. Патронов бы чуть-чуть побольше. Кокон за это заделали. Своих, наверное. Просто я такого еще никогда не видел, чтоб, ну, это окутывали. Офигеть. Ну это что-то уже гонит фантастики. Представляю. Соорудить снаряжение, это все. Check on the others.
нормально будет сейчас. Я-то знал, что на нем что-то. На голову мне, фиг его знает. Ой, да короче, их должен убивать. Это кто? Попал, реально попал. Интересно. Блять. Так, это плохо. Так, выключи нафиг. Так, что у меня по патронам? Дробовик. Так, стоп. Дробовик, значит, раз, два, все. Ну, общался. Два патрона, один заряжен. Гранаты две. Блин, я гранаты, я сейчас пока никаких гранат нет. Не-не-не-не-не-не. Вот это вот хорошая штука, может быть, сейчас поможет. Блин, а вот я попал. Так, сколько вот он? Блять. Блин, долго бы успеть попасть на него, если он вылезет еще раз. Блин, плохо эти штуки целятся. Оба, обоюдно. I'm empty. Есть, блядь.
Я не знаю, как я выживу. Ну, забирай. Я же вижу, вот оно. Так, забрал, да, по-моему? Вроде все. Ну, у меня, если что, да, вот эти штуки еще были. Так, и это тоже заберу. Так, ну чё, я полностью... А, у меня дробовик еще есть, что есть. О, у меня еще гранаты есть, ё-моё. Ну, гранаты надо беречь для этих, для мутантов. Больные ублюдки, а. Что тут у меня делают тут? Зачем такой фигней, блядь, заниматься? Ну уж. А ведь реально такие есть двинутые на всю голову, блин. Кто знает, на что они способны в условиях апокалипсиса. Так. Да зря я тут патроны вообще, мне кажется, ищу. Сердце ему попал. Да чтоб тебя, тварь. Не-не-не. Придется использовать это. Блять, сзади, гад. Так, что у меня есть, чего нет? Я
Опа. Так, стоп. Блять, придется из нее стрелять. Ой, ненавижу ее. Че, вообще ужас. Она очень неудобная. Куда ты попал? Он промазал, нужно его патрон забрать. Есть. Так, убрал пока. Иду забирать. Что настрелял. После двух выстрелов... Смотри, он меня не попал. Повезло мне. После двух выстрелов они уже не выживают. Так, ладно. Блин, я тут настрелял. Есть еще что-нибудь? Ага, вижу. Так, теперь все, по-моему, да? Ну да, скорее всего, все. Так, куда еще мог настрелять? Так, отсюда я все забрал. Так, ну там уже с той стороны теперь надо забирать все. Я думал, гораздо быстрее уже концовка будет, оказывается. Ну, короче, там чуть ли не на 3 серии придется, наверное, разделять запись. Ну ладно. Это получается, я уже 5-ю серию подряд, что ли? Сам не ожидал, что так будет. Остались. Хорошо. Ага, вижу. Так, вот этого я снял. Значит, можно искать еще здесь, посмотреть. Вот отсюда я стрелял. Да. Что за лаги начались, не понять. Все же было нормально. А куда? Что, исчезли, что ли? А, пустая. Ну, значит. Значит, не судьба.
Так, везде пусто, да? Да, у меня полностью пустой. Две гранаты и вот эти вот только остались. Не знаю, как те дротики вот так буду звать. Блин, этого тоже нету. О, хорошо. Ой, нет, да? Отлично. Так, как минимум. Лихмуха. Не знаю, видно вам, как я дрогнул. Все, я забыл, что тут ходить нельзя. Сейчас он пропадет. Ой, да ладно, пробегу. Так, по секунду. Не, надо здесь посмотреть. Так, я предлагаю отступить немного, ну нафиг. Одна в руку, другая в живот. Скончался от потери пульса. Ой, крови. Что будем считать, что? Так, а ты куда стрельнул тут? А, вижу. Так, это моя. Где-то еще, по-моему, было, нет? Должно быть, нет? А, я ж туда стрелял. I'm all out. Да, out. Увы. Блин, все меньше и меньше патронов-то. Так, я могу, конечно, пройти сейчас. Да, но что-нибудь это мне даст ли? Скорее всего, сюда и надо было. Даже знать не хочу, что это было. Так, а где кого есть? А, он с той стороны, ладно, сейчас я войду. Жесть.
Ладно, валим сюда. Ты считаешь, что 2 минус 2 сразу же. Ну, если попасть, конечно же. None left. Так, тут заряженные, да? Да, да, заряженные. Так, и я подобрал еще. I'm out of shells. Здесь, по-моему, по нулям, да? Ну, чуть-чуть есть, подожди. Ну, штуки 3, наверное, здесь. Короче, нет, это использовать нельзя нафиг. Слишком мало. Так, вижу, куда мне надо, но сначала надо здесь забрать. Так, все, это полное. Так, это есть. Так, это есть. По чуть-чуть, да, это наскребаю что-то. Уже не совсем пустой какой был. Уже что-то. Подросток. Так, сейчас секундулю. Какой-то ритуал там проводит, наверное. Так, отдавай. Гад, а. Ясно, минус одна стрела. Oh, God.
Блин, непредсказуем. Пальц попал. I can't carry any more bullets. Непредсказуемый. Я не знаю, попал у меня, нет. А, вот теперь попал. Так, я тебя убью или нет когда-нибудь? Блин, пистолет супер классная штука. Ты как? Ой, да ладно, не новый. Ты смотри, он мне все пальцы отбил. I can't carry any more darts. Да, я реально их уже набрал, черт знает сколько. Нахрен их. Неудобная эта штука, если честно. Так, собираю эти. Ноль. Одно заряжено. Так, сейчас поудобнее сяду, у меня уже все затекло нафиг. Фух. Так, 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 так. Есть здесь что-нибудь? Так, кстати, здесь еще, если что, есть, поэтому я живу. Так, выключу-ка я нафиг. Сильно палит мне. Так, ну что у тебя? Ну я в тебя одну стрелу попал. Смотри, он все пальцы мне отбегает. Где они, мои стрелы все? Вот. Найди их теперь, попробуй, блин. Нету, я все стрелы растерял, значит. Ну что, буду дротиками кидаться. Они дико неудобно, а что поделаешь? Ничего не поделаешь. Тоже ничего нету. Нет уж, я не поленюсь, если что, так вот пройтись и еще раз все это посмотреть. Так, стоп, тогда в обратную сторону. Я думал, мне туда надо. Тогда пойдем сюда. Опа! Раз, два, три, один, два, три, четыре. I'm out of items. Ну, две где-то потерял. Ладно, это уже не так уж прям критично. Блин, прикольно с ними перестреливаться, но опасно. Офигеть, вам видно это? Капец это смотрится, конечно. Москвичи, смотрите, прикиньте такой эскалатор. Жесть. Блин, вот это классно. Так, это максимум. Да, это максимум. Опа. Жира. Блин, мне бы сейчас бы этот автомат патрушки. Так, здесь добавляю. Здесь нету. Здесь. I'm out of shells. Почти полное. Так, гранаты есть, и здесь у меня, ну, чуть-чуть, всего по чуть-чуть. Ну и ладно, ничего страшного абсолютно.
Это люди, они легко убиваются. Страшные те, кто очень быстро, маневренные. А с этими можно справиться. А, это я тупой. Так, ладно. Не знаю, наверное, с пистолета сейчас пойду попробую. I can't carry any more darts. Да не то. Умнили, что ли, я не могу понять. Мимо. Они сюда не хотят идти, они умные. Так, патронов сколько у меня? Out of clips. Где-то потерял, что ли? Ё-моё, мне надоело терять. Почему? Я так, для меня это так, это как и остается загадкой. Ну что, придется эту штуку я что не выстрелил.
can't carry any more darts. Так, ладно, больше моих-то нет дротика случайно, здесь нигде. Стрел, точнее. Все меньше, меньше. Так, три в обойме, одна заряженная, да? Ну ладно. Так, выключу нафиг этот свет. Чё это они перестали пить? Так, пальцы на месте, никто не больше ничего не отстрелил. Так, вообще пить перестали, гады. Так, запись идет? Да, запись идет. Сейчас мы будем кушать. Плохой человек. Челюсть не забрал его. Челюсть оставила мясо нам. Только враги червя могут быть съедены. Он похож на врага. Жрец решит. Червь говорит нам, человечество недостойно. Мы расточили его дары, искалечили его земли. Человек не любит червя. Эта женщина не любит червя. Я вытащу тебя. Ты нашел меня? Отпусти ее. This one.
А вот и тот, что так не любопытен. Когда явилась эта женщина, у тебя было чувство, что великий череп выбрал ее не просто так. Но теперь я вижу, она лишь стрела. Указывающая на то, что упускать нельзя. Чего ты так мне напоминаешь, незнакомец? Я здесь только ради нее. По ничего-то мне так не кажется. Нахуй дышит там, нет? Пусть, ибо ты сосуд этого мира и его создателя. Скажи же, что послал мне червь? Кто этот человек? Хан. Жо, смотри, как. Очень хорошо, дитя мое. Теперь пропой имя Хана, чтобы и червь узнал его. Нет, нет, пожалуйста, нет, блядь. Яна, я нашел Петю. Ты меня слышишь? Блядь, ну пипец. Ты вовремя сказал. Я так не думаю. У меня то, что ты ищешь. Молю, скажи, что ты бы это могло быть? Хан? Хан, это ты? Кто здесь? Сердар? Сардар? Нет. My love, please. Любовь. I can't lose you. Я не могу потерять тебя. Все куда-то убежали, что ли? Did it all have to cost? Почему всегда остается такой ценой? Хан? Хан? Where are you? Где ты? Яна? Яна? Я здесь, любимая. Is it true? Это правда? Ты нашел Петю? I would have said anything. Я бы сказал это угодно, лишь бы. Но да. You were right. Ты была права с самого начала. Ты правда его нашел? Он с тобой? It isn't safe for him. Здесь ему находиться нельзя. Он рядом. What is it? Что такое? Я знала, что ты придешь. Я видела это во сне. Величий Чингис Хан. Я всегда найду тебя. Что это? Знаю, это вызывая вопросы, но здесь опасно. Я тебя отведу, но тебе придется. Короче, ладно. О, себя. Отведи меня к сыну, о благородный хан. Блин, я бы знал, где. Ну пойдем, пойдем. Пойдем, поверить не могу, что мы теперь будем с ним вместе. Так, оружие не остается. We need to go. Нам надо идти. Блин, оружие не достается, если что. Червь покинул. Что-то покинул червь.
Иду, иду, иду. Сюда. Черт, идет. Бегом, 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 бегом. Яна, ты еще со мной? Сэлдар, где Петя? Он не... Он в безопасности, клянусь. У меня нет патронов. Да ладно, вы что, обалдеть, что ли? Закрой дверь. Так, бежать, да? Бежим. Ладно, просто бежим. What is happening? Nothing good. Не, патрон. Great one. Please stop. Be better. Просто бежим, ладно. А, блин. Все. Показалось, что ее схватили. Так, я ничего не могу достать, значит, все по-прежнему так же, как было раньше. Ну, то есть это задумано так. Себе. А что мне прикажется делать-то? Нет, ребятки, тяжело. Прицеливаться они, конечно, быстрее. Гораздо быстрее они будут прицеливаться. Я пока не понимаю, что тут делать. Попробую порезать. Не получится. Ну что, надо было догадываться, что это как она присесть, блин, делал такой сук. Надо было присесть, ну как сейчас я сделал. Была же мысль, что мне сделал, не знаю. Сэлдар, are you all right? Да, все отлично. Wake up! Oh, thank goodness!
Так, ну чё, ладно. Я вроде как жив. Досок к патронам, ничему у меня нету, если что. Ну, ни к рюкзаку и ничего не могу взять. Ни пистолет, ничего. Яна, are you with me? I'm here. The danger's past, hasn't it? Да не знаю. The people of the Great Worm and all the Unleashed are no longer our concern. Яна, I am so, so sorry for every injustice, for every shade of doubt, for every pill I made you take. What did you say once? You never have to apologize for никогда loving зря, me? То, что любишь меня. My husband. You help помогаешь people. Людям, that's who you are. I just sentenced countless men to death in there in the name of helping people. That's who I am. A destroyer of worlds in this life or any other. The reincarnation of Genghis Khan. Doing the right thing has a cost. You wanted me to be happy. You saw the cult needed to be stopped, and you stopped them. Sometimes we need to become the thing we fear in order to prevent something worse, or to make something better. My love, look around you. If life and death aren't absolutes, then maybe good and evil aren't either. And yes, even for vicious Mongolian warlords. Even for vicious Mongolian warlords. Да, я здесь был. По-моему, я уже все метро почти вдоль прошел. Блин, свет они, конечно, классно сделали. Молодцы. Прям так атмосферно из-за этого. Освещение, все это дело. Единственное обидно, что, блин, вот эти вот духи, ну, что-нибудь научную какую-нибудь фантастику, ну, нафига вот эти вот духи, вот это, блин. Было бы в 33 раза круче, но что ж поделаешь, ладно? О, вот это классно, и вообще. Места, вот эти вот локации, вот это вот все здесь, ну, очень классно. Обалденно сделано. Да, достойный уровень, сильный, весьма. Тот момент вот со спасением молодой пары, вот, которую я сделал отдельно. Вообще просто шикарно. Надолго его запомнил. Редкость в играх, очень классно сделано. Просто потрясающе. Обалдеть, смотрите. Класс. Просто класс. Петя! Я нашел твою маму. Блин, логично. Ну ладно. Ну верхний это, конечно, я завалил, а вот низ уцелел. Странно, что это... Господи, Петенька! Петенька! I'm here! Mama's finally here! Мама, мама, мама. How many times do I have to tell you? If you want to get lost, just don't do it alone. I know. I'm so sorry.
Зайчонок. I tried so hard to find you, but I wasn't exactly top of my class at mom's school. Are you kidding me? You're the greatest mom in recorded history. You sent Genghis Khan to find me. Yes, I did. Not again. This is something new. А, это за вами. I thought we'd have more time. Don't we? Whatever whole time had on this place, I'm pretty sure it lost that battle. Perhaps to the great Khan himself. If you can lead my son and I to a place like this, then time cannot keep you from me. You will find me when your work is done. Oh? And what work would that be? You'll know. You do learn, Khan, and you do grow. We're not just going to leave him here. Are we? Isn't there any way? Do not fret. I'm only starting to learn the rules, but I'm pretty good at figuring things out. Be careful what you wish for, little one. It may be a very long train ride. I'm all done. Do not hurry, my love. We'll be waiting for you as long as it takes on the other side. We now have all the time in the universe, thanks to you. Remember your first kiss? Your eyes closing, the breath passing over your lips in the seconds before. The longing to discover what comes next. You're losing yourself to merge into something unspeakable, to seethe to the unknown, and to feel happiness you'll probably never be able to match with anything else. Or will you? What if nothing is gone forever? What if no one is? Maybe the darkness that we've run from is filled with their voices. And you can hear them. And they can hear you. Куда он пошел, ты интересно? Maybe not. One thing you learn in the metro is that everyone has their own truth. So here is mine. He who has enough courage and patience to stare into the darkness for his entire life shall be the first to see the flash.
Beautiful.